Егиркин по имени Игорь Иванович, но при ближайшем рассмотрении Игорь Вячеславович, по-моему. Они себе еще отчество придумывают. Арестован по статье 280. Что тут интересно? Это призывы к осуществлению экстремистской деятельности и оправданию экстремизма. 282-я – это подсудность СКР, а 280-я – ФСБ. Это своя своих... не познаша. Там у нас еще публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Вам не кажется, что в этом есть, так сказать, особое изящество? Мы привыкли думать, что призывы к нарушению территориальной целостности предполагают призывы к отторжению от Российской Федерации каких-то территорий. Но ведь, с другой стороны, призывы неправомерно присоединить к Российской Федерации какие-то территории тоже являются нарушением или призывом к нарушению ее территориальной целостности.